Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео будет пошив куртки от начала до конца. Шить курточку мы будем теплую, она у нас с утеплителя, из стеганой плащевой ткани. И внутри для подкладки мы взяли флис. Все эти три ткани, а третья ткань это просто плащевочка, которую мы используем для внутренней части капюшона, для подбортов и для обработки края низа подкладки. Все эти три ткани из интернет-магазина Atlas. Ссылочку мы вам оставим в описании. Там большой выбор тканей для женской одежды. И приятным бонусом является бесплатная доставка по Украине при заказе от 500 гривен. Итак, сегодня мы с вами полностью рассмотрим пошив курточки, как соединяется подкладка с изделием, где нужно закрепить подкладку, чтобы она у нас свободно одевалась, снималась, нигде ничего у нас не тянуло и не выглядывало, и при этом, чтобы оно было как единое целое. Также мы с вами сегодня рассмотрим, как вшить капюшон, как правильно втачать молнию, как правильно раскроить изделие, потому что это тоже очень важно. Я при пошиве показываю, как я совмещаю вот эти вот полосочки, потому что они у меня совмещены, идут полностью вот так вот в круговую. Единственное, что пошив кармана с листочкой мы поместили в рубрику 100 шагов портного. Возможно, кто-то сегодня уже посмотрел, кто нет, ссылочку вам оставим в описании. Шить мы будем по готовой выкройке из интернет-магазина «Шкатулка». Ссылочку на эту курточку вам обязательно оставим в описании и сам магазин. Мне уже пишут, спасибо, что вы познакомили нас с этим магазином, потому что там хорошие выкройки. И это действительно так. В этой курточке, сейчас я ее буду одевать на себя, вам покажу, я ничего вообще, никаких корректировок не делала. Вот как выкройка есть, вот так вот я ее раскроила, сшила и все. Ну, теперь давайте рассмотрим курточку на мне и потом все детали поближе. Вот так вот курточка смотрится на мне. Сейчас я ее закрою и приоткрою, потому что у меня здесь микрофон. Замечательно у нас получается закрытое горлышко. Когда на улице будет холодно, это все очень необходимо и нужно. Удобные карманы. Она достаточно свободная. Вот сейчас я одела ее только на брючки и на блузочку. Но если одеть сюда теплый свитер, конечно же, она будет уже не смотреться великоватой, а будет очень такой, ну, комфортной. Хорошая здесь посадка рукавов. Пройма свободная. То есть ничего не сковывает, это тоже все отлично. Выкройку мы получаем по электронной почте, распечатываем на листиках А4, обычные альбомные листики, собираем по указанной схеме. Последовательность листиков, ну вот она вот так вот и идет, что выкладывается первый ряд, потом второй и так далее. После того, как мы собрали уже все схемы выкройки, начинаем раскрой. Здесь, кстати говоря, на схемах четко указано, что идет на основную деталь, а что идет на подкладку, потому что так и написано подкладка. Вот я вырезала детали спинки, детали переда. Конечно же, кругом сделала припуски на швы, на подгибку низа. Сейчас я вот так вот буду перекладывать. Потом мы начинаем пошив. Вырезала детали капюшона. Капюшон сразу же идет у нас и как основная деталь, так и подкладка. Они абсолютно одинаковы, поэтому я вот так вот и вырезала. Для подкладки на капюшон я использую не саму подкладочную ткань, а вот у меня тоже такая серенькая плащевка, которая будет повторяться еще на листочке и на обтачках низа изделия. Рукава. Для рукавов также используется одна выкройка, только подкладочный вариант. Там, где я вырезала рукава, он шел у меня без припуска на подгибку, потому что сама подкладка должна быть меньше. Вот рукава я убираю. Детали. Которые я вырезала еще дополнительно из одной плащевой ткани. Это у нас обтачка спинки горловины, это обтачка переда низа, обтачка спинки и подборт. Все эти детали идут к подкладке.
Вот подкладка рукава. И раскроила я полностью детали подкладки. Все подписано. Подкладка. Сейчас я все раскладываю. И начинаем с вами пошив. Все-все подписано. Вот подкладка, центральная часть переда. К ней, конечно же, идет подборд. Вот так вот поверну. Все прописано. Подкладка спинки. Все. Теперь я пока подкладку откладываю в сторону. И начинаю работать с основными деталями. Итак, вот у нас спиночка. Складываем лицом к лицу. Здесь у меня пришлось все совмещать. Скалываю. Спинку. К спинке смотрю сейчас и скалываю сразу боковые детали. Лицом к лицу. Смотрим за разметками. Вот линия талии. Смотрите, я кругом обозначила. По боковому срезу. По центральной линии части. И, конечно же, буду их совмещать. Это очень важно. Максимально сейчас подготавливаем все детали. Вот смотрите, вот вперед я сколола, еще вперед сколола, да, вторая часть, спиночку сколола всю, сюда же рукава. И, естественно, я стараюсь все совмещаю, потому что вот здесь идут, видите, такие продольные линии. Сделав полностью все изделие, вот так вот пройдя, я начинаю подготовку и скалываю полностью все детали подкладки. А потом иду за швейную машинку и делаю все основные линии. То есть все сшиваю. И потом будем дальше идти по деталям. Совмещаем. Вот смотрите, кругом я сделала надсечки. Линии талии. Совмещаю линии талии и затем прохожу полностью. Скалываю булавками все детали. Теперь все детали сшиваем. Я начну с подкладки. Делаем закрепку под борт. После того, как мы сошьем, я его расстрочу. Булавочки убираем, чтобы они не попали под иглу, потому что игла может сломаться. Срезы подборта поворачиваем на подкладку, то есть они вот у нас завернуты. И сейчас вот по самой подкладочке на расстоянии где-то 1 мм от края прокладываю строчку. Остальные срезы я буду разутюживать вот так вот в разутюжку. Сам подборт можно дублировать, можно нет, в зависимости от того, какую ткань вы используете. Я взяла здесь плащевка на флисе, она такая плотненькая, она абсолютно не тянется по долевой, поэтому я не стала уплотнять, то есть лишние уплотнения мне не нужны. Сейчас по работе с курточной тканью, стеганой. Смотрите, нужно будет стачать все срезы. И у меня идут вот такие вот горизонтальные линии, которые, конечно же, нужно полностью все совмещать. Вот что я сделала. Я искалывала их, совмещая. И сейчас, прокладывая строчку, тоже я смотрю, чтобы все совмещалось. Делать это, в принципе, несложно. Просто следить нужно за кроем, когда вы кроите, чтобы совмещались эти полосочки. Вот видите, и смотрите, я вот так вот, прокладывая строчку, просматриваю. Придерживаю, где нужно. Вот так вот рукой и иголочкой. Иголочки удаляю. И смотрите, вот видите, накладываются одна на другую. И вот так вот я придавливаю, чтобы пройти именно вот эти фрагменты. Потом прострачиваю. И на каждом фрагменте вот этом я поставила булавочку. Срезы подкладки разутюживаем.
Делаем все в разутюжечку. Ну вот здесь лучше на уголок. Прохожу я вот так вот уголочком раскладываю. Так лучше утюжить. Именно на край самой гладильной доски я еще подкладываю подушечку и потом разутюживаю. Теперь утюжу под борт. Не должно быть ничего стянутого. Видите, немножко стянуто. Тоже утюжу. Немножко подтягиваю, но не растягиваю. Оно, в принципе, вот видите, я даже рукой не тяну, а утюжком все-все проутюживается. И приобретает нужную форму. Также все срезы я делаю в разутюжке и на основном изделии. Можно, конечно, сделать, заложить, допустим, в сторону середины и все перестрочить, но я этого не делаю. Я сейчас все проутюжу, чтобы не было утолщения по срезам. Давайте закончим работу с подкладкой. Итак, по подкладке нам нужно обтачку пришить переда и обтачку по низу для спиночки. Значит, складываем. Кстати говоря, вот обращаю ваше внимание, что кругом есть контрольные метки. И эти метки обозначают, что с чем мы должны соединять. Вот меточка там, где у нас соединяется подборд. Складываем вместе, скалываем и будем пришивать к низу. Перед тем, как пришивать, вот на тонкости, которые я говорила, нужно обратить внимание, это обязательно нужно промерить боковые срезы спинки и переда. Если есть необходимость, то их нужно подровнять, потому что потом совмещая, вот смотрите, видите, вот они должны у нас сходиться. Если у вас есть какая-то неровность, значит, нужно срезать и все подровнять. Точно так же мы делаем вторую часть, я ее пока откладываю. И по спиночке, вот у нас центральная часть, вот середина. Мы берем обтачку спиночки, вот у нас центральная часть. Можно вот здесь сделать надсечку, чтобы было удобнее все совмещать. И складываем лицом к лицу. И точно так же все скалываем. Начинаем от центра и идем к боковым срезам. Вот так я боковые срезы сейчас. Вот видите, на одном уровне. И теперь дальше по линии низа. После чего будем ее пришивать. По спиночке, еще сейчас я дальше скалю, нам необходимо будет обтачку вот сюда тоже. Вот у нас обтачка горловины, она у нас вырезана с припусками на швы, и припуск на шов мы делали по всем срезам. Здесь точно так же складываю вдвое и надсекаю и сверху, и снизу, потому что потом в процессе работы нам эти центральные точки понадобятся, когда мы будем втачать капюшон и все совмещать. Складываю и булавочками скалываю лицом к лицу. Это обязательно. Поработаем с капюшоном. Отдельно мы будем сшивать сейчас капюшон, который идет внутренний и который идет основной наружный. Опять-таки обращаю ваше внимание, что будем совмещать эти линии полоски, и деталь капюшона, которая идет зауженная, она идет к низу. Значит, я прикладываю лицом к лицу. Здесь я, видите, вырезала даже вот так вот с запасом, еще не срезая. И опять-таки прохожу и совмещаю. Совмещаю там, где есть возможность. Там, где не будет возможности, у нас пойдут вот скругления. Естественно, я уже совмещать не смогу. Вот это вот последняя, наверное, деталь, по которой я, ну так, фактически совместила правильно. Последняя точка, вернее, не деталь, а точка. И прохожу, совмещаю край, и вот здесь сейчас немножко распределяю. Вторую сторону точно так же. Сами детали, когда мы сшиваем, вот я делаю в разутюжку,
Вот смотрите, да, вот я их сделала в разутюжку, я вам показывала. Ну, их можно повернуть и отстрочить. Я не отстрачиваю, мне так нравится больше, потому что нет утолщений. При раскрое, вот здесь тоже обращу ваше внимание на такой вот важный момент кроя. Сейчас уже это можно показать, когда уже они сшиты. Значит, как правильно кроить эту ткань, если она имеет полоску? Значит, я начинала вот раскраивать с центральной детали. После центральной детали я прикладывала боковую линию и равняла полосы. После боковой линии, то есть я идти нужно от начала до конца, либо с середины спинки, либо с середины переда. Без разницы, но заканчивать нужно либо там, либо там. Значит, и вот смотрите, вот мы будем совмещать. У меня, видите, вот этот переход от середины переда к боковому срезу переда, к боковому срезу спинки, к самой спинке. Все линии идут так, как и должны идти. То есть нет вот этих вот перекосов. При раскрое на это обязательно обращайте внимание, чтобы у вас все было правильно, если работаете с тканью. То же самое, вот рукав. Смотрите, мы его совместили и с одной стороны, и с другой стороны. Капюшон после того, как я стачала, можно будет отстрочить, и срезы тогда поворачиваем навстречу друг другу, то есть в середину переда. Но я буду делать в разутюжку. Поскольку я буду делать в разутюжку, здесь у нас есть вот такие вот места, где будет немножко необходимость будет повысекать. То есть повысекать, чтобы вот здесь вот не было, ну не то чтобы лишнего утолщения, а чтобы не было нахлёст. Ткани на ткань. Видите, вот здесь она уже прям начинается как бы присобираться. Вот в этой части, вот именно там, где скругление. Я вот так вот порассекаю. И одну деталь и вторую. Основную я тоже буду делать в разутюжку. Теперь пришиваем обработку под вот, обтачку. И она у нас должна выглядеть вот так вот. Проходить буду по обтачке, она здесь более такая плотная. Обязательно равняем срезы. И все срезы, вот смотрите, по всем срезам я делала одинаковый припуск на шов и одинаковое количество. Кругом я прошиваю. Когда прошиваю, то от срезов отступаю на одинаковое количество, то есть кругом на 1 сантиметр. Независимо от того, скругленные участки, не скругленные, мы все равно срезы контролируем и равняем. После того, как обтачка будет пришита, здесь у нас, видите, в разутюжечку шов, значит, повернули его. Мы сейчас его должны отстрочить, эту обтачку, и срезы повернуть в нужном направлении. Сейчас покажу. Срезы поворачиваю на обтачку и на расстоянии 1 мм от сгиба прокладываю строчку. Потом, конечно же, все нужно будет проутюжить. Обтачка по переду будет в разутюжку. Я повысекала кругом излишки, чтобы ничего не было. И здесь разутюжечку буду разутюживать, но чуть позже. Сейчас складываем лицом к лицу спинку, полочку. По спинке излишки можно срезать. Вот здесь можно оставить. Я тоже их буду потом разутюжить. Совмещаем плечевые срезы, скалываем. И стачать плечевые срезы по спинке, вернее, по подкладке и по изделию я буду тоже разутюживать в разутюжечку. Поэтому равняем, скалываем. Затем боковые срезы тоже в разутюжку и будем сшивать рукав. Теперь будем втачать рукавчик. Смотрите, мы убираем с вами все излишки, вот где нужно осноровить, делаем осноровочку. Видите, вот здесь вот несколько миллиметров нужно будет подрезать. Я сейчас все равняю. И теперь рукавчик складываем
Вот так вот лицевая сторона. По рукавчику у нас есть надсечки. Посередине вот эта высшая точка оката рукава идет к плечевому срезу и вот к боковому срезу. Я понацекала, эти контрольные метки есть. Если мы вот так вот рукав складываем, какой рукав куда идет? Вот смотрите, складываете по окату, и вот где высшая часть, вот самая высокая, вот это видите, она выше, это идет к спинке, это идет к переду. Прикладываем вот так вот рукавчик. Вот видите, вперед и вперед. И я сейчас вот так как бы обволакиваю рукавом линию проймы, совмещая плечевой срез. Затем боковой с надсечкой. Боковой срез изделия, подкладки. И распределяю рукавчик вовнутрь. Расправляя полностью все срезы там, где нужно. Вот здесь, видите, немножко у меня заутюжился не в ту сторону, я поправляю. Рукав не нужно припосаживать. Все хорошо укладывается. Вторую сторону точно так же. Работаем по рукаву. Немножко вот так вот, видите, как я как выворачиваю, как обволакиваю пальцы свои. И рукав тогда хорошо выкладывается. После того, как булавочки закреплены полностью в круговую, иду прокладываю строчку по рукаву. Когда подкладка шита, приступаем к карманчику. Нам по боковой линии, именно на бочке, делаем карман с листочкой. Полностью как его сделать. Есть у нас мастер-класс, он вышел сегодня немножко ранее. Вы можете посмотреть. Ссылочка есть в описании. А теперь продолжаем пошив. Карманчики когда сделаем, то мы с вами совмещаем точно так же, как и с подкладкой. Плечевые срезы, боковые срезы. Я их сейчас буду стачать, и швы будут идти в разутюжечку. Точно так же, как на подкладке, мы с вами вшиваем рукав. То есть повторяем тот же самый пошив. Боковые швы, плечевые швы, разутюжка, рукав. Теперь сшиваем подкладку с капюшоном и основную деталь тоже с капюшоном. То есть втачать нам нужно капюшон. Втачаем его. Совмещаю вот так вот лицом к лицу по надсечкам. И вот здесь тоже нам срезы нужно совместить, потому что сюда будет сшиваться у нас замочек. И вот так вот притачать один и второй замок. Не забываем, что на подкладке именно у нас вот здесь может располагаться петелька. Если вы будете ее делать, не забудьте и вставьте либо репсовую ленту, либо сделать из подкладочной ткани. Все, совмещаем и прокладываем строчки. Капюшоны мы вшили. Повысекать необходимо вот эти вот излишки и швы разутюжить. После чего, ну смотрите, вот здесь петельку я вшила, вот она у меня, видите, смотрит на низ, я ее еще проутюжу. Теперь на лицевую сторону, ну здесь то же самое, да, сделали, все то же самое, разутюжили. Вот у меня лицевая сторона, вот у меня, смотрите, подкладка должна быть вывернута на изнаночную сторону. Сейчас будем соединять уже с подкладкой и втачать замочек. Первое, что я делаю, это соединяю капюшоны. Значит, складываю вот так вот вместе, лицом к лицу. И сейчас вот здесь прошиваю вот этот вот именно шовчик. Равняю все срезы, но прежде чем все это начать делать, естественно, мы должны с вами проверить, чтобы длина кругом была одинаковая по всем срезам. Значит, смотрите, на что обращаю внимание. Вот у нас идет капюшон, подкладка и лицевая сторона. Вот эти швы должны сходиться. Видите, вот так вот. Но здесь сейчас мы пока не прошиваем, но я имею в виду, что пока у нас оно ничего не шито, чтобы мы с вами могли где-то что-то изменить, вот где-то что-то подровнять. То есть вот это вот я еще все-все буду промерять. И вот здесь вот мне кажется, что миллиметра 4 я буду срезать. Ну, возможно, нет. Потом посмотрю. Пока распределяем вот так вот
Тут тоже швы скалываем и прокладываем строчку. Итак, смотрите, строчка у меня будет идти сейчас только вот так вот в круговую, до того края. Сюда я не выхожу, только вот так. После того, как капюшон прошили, срезы поворачиваем на подкладочную часть капюшона, то есть внутреннее, и перестрочить. Перестрочив, теперь, смотрите, нам нужно зафиксировать вот эту часть. Она у нас должна быть соединена, и подкладка, и основная часть. Вот я беру, смотрю, серединка. Нахожу серединку капюшона, и у меня, собственно, вот идет и надсечка, и все. Вот так вот соединяю вот эти вот части именно. И сейчас зафиксирую. То есть вот так вот вместе сделаю закрепку. И вот в этой части будет закреплено. После чего будем распределять подкладку. Так, сейчас показываю, что мы дальше делаем. Потом рукава в рукава распределяем. Сейчас покажу точки, которые мы фиксировать должны с вами. Вот распределили рукава в рукава. Все распределили, все сделали, поравняли. Теперь должны мы зафиксировать вот здесь. Вот у нас, смотрите, плечевые срезы. Вот когда я равняю, плечевой срез один и второй, вот так вот складываю вместе, тоже фиксирую. С той стороны тоже так делаю. И можно зафиксировать еще вот здесь вот край, где идет у нас, заканчивается шов. Вот здесь можно зафиксировать, чтобы было оно как единое целое. Вот смотрите, я сейчас вывернула наизнанку, буду показывать вам рукав и показываю, что закрепила еще. И в нижней части, вот где сходятся у нас боковые срезы. Видите, вот боковая линия идет. Я тоже совместила. Вот боковая линия. Одна и вторая. И закрепила точно так же вот здесь. Теперь выворачиваю наизнанку. Распределяем вот так вот подкладку. У нас она не должна тянуть, а должна быть немножечко даже с напуском. Теперь повысекала я здесь утеплитель. Видите? Сделала подгиб, прометала, показываю на этом рукаве. Затем далее сделала линию, по которой я буду подворачивать и прокладывать строчку. Но для этого можно еще чуть-чуть дальше отодвинуть саму подкладочку. Вот так вот я буду сейчас контролировать это. И вот так вот, чтобы подкладка заходила, но чтобы был тут у нас напуск, чтобы ничего не тянуло. И сейчас прометаю, можно сейчас булавочками сколоть, можно прометать, можно сделать еще одну линию, по которой будет идти, например, подкладка, да, взять и сделать еще, допустим, вот так вот сантиметр, чтобы здесь подкладка была, а потом по вот этой вот линии подворачивать. Ну, для того, чтобы было лучше подворачивать, просто здесь у меня не видно, вам не будет видно, можно нарисовать линию вот здесь, чтобы четко вышли по линии подворота. Поэтому рисую здесь. Все, вот так вот выполняем, и рукава будут готовы. Уточняю важный момент. Обязательно совмещаем вот эти вот срезы, которые по рукавам у нас имеются. Вот так вот у нас получилось. Вот так вот с изнаночки, вот так вот с лицевой стороны. Теперь будем притачивать замок. Значит, начинаем с того, что для замка необходима ВТО, влага-тепловая обработка. Намочите хлопчатобумажную какую-то ткань, либо марлю, и проутюжьте замок. Это обязательно, чтобы он потом у нас не морщинил и не становился волной. Далее замок раскладываем вот так вот плоско. Теперь к замочку вот так я прикладываю. И, ну, можем вот так вот от края разложить плоско по курточке. Это я делаю для того, чтобы обозначить, где замок заканчивается. Еще раз проверяю. Да, все хорошо. Теперь замок убираю, и нам нужна вторая часть курточки, то есть вторая сторона. А мы уже с вами промерили, она у нас одинаковая. Значит, я теперь совмещаю. И вот здесь делаю надсечку. Рассекаю одну сторону четко по намеченной линии. Здесь тоже все равняю и рассекаю.
Все, теперь мы четко знаем, куда у нас замочек должен доходить. Еще что я сделаю сама для себя, это обозначу частично. У нас должны сходиться ведь вот эти все вот эти вот продольные линии. Поэтому вот здесь можно вот так вот, накладывая замок, для себя обозначить. Вот смотрите, я буду обозначать там, где середина. Да? Ну вот, мне же нужно, чтобы было понятно. И вот так вот я прохожу. Поэтому каждую часть, каждую я буду соединять. Ну, если у вас этого нет, вы можете так не делать. Конечно же, все зависит от ткани. Прохожу до самого верха. Затем, когда я пройду до самого верха, я замок, вот беру одну часть. Здесь у нас еще идет подкладка. Подкладку пока убираю, отодвигаю в сторону. Прикладываю замок. Смотрите, вот он у нас как должен быть вшит. Да? Именно вот так. Значит, я поворачиваю. И буду сейчас совмещать вот эти вот точки. Вот они у меня. И булавочкой по всем точкам. Сначала скалываю и потом приметываю. В этом крае, где замочек, смотрите, у меня вот, идет. Вот так вот я его увожу в сторону. Идет перегиб капюшона, замок увожу в сторону. Вот так вот все приметываем одну сторону, после чего точно так же приметываем вторую сторону. Начинаем от надсечки и проходим по всем контрольным точкам. Замочек приметан. И еще вот эти вот срезы, которые у нас идут, капюшон мы сшивали с изделием, в разутюжечку обязательно делаем. Здесь тоже делаем контрольную метку именно по вот этому шву, для того, чтобы они были на одном уровне. Теперь замочек проверяем, закрываем, после чего можем пришивать, если все нам понравится, если все будет хорошо, значит, мы пришиваем. Ну все, смотрите, все сходится. Все замечательно. Иду теперь за швейную машинку и прокладываю строчку. Устанавливаем лапку для втачивания молний и начинаем проходить. Вот сейчас я прохожу, видите, прям по краю вот змеечки. Но сама наметка, она остается немножечко дальше у меня. Обязательно делаем закрепку в начале и в конце. Теперь необходимо сюда же подсоединить подкладку. Значит, вот я накладываю. Вот здесь это капюшон у меня, видите, пошел уже по подкладке. Складываю вместе. Равняю все. И точно так же сейчас фиксирую сначала булавками. Вот у нас, видите, идет линия горловины. Совмещаю. По линии низа совмещаю. А перед этим мы с вами проверили полностью соответствие всех длин. И теперь, совместив здесь, прохожу дальше, еще фиксирую. После чего буду прокладывать строчку. Смотрите, когда я полностью все зафиксирую, можно прометать, можно сразу прокладывать строчку. Я буду строчку прокладывать. Вот, смотрите, идущая у меня там, где пришито основное изделие, на пару миллиметров дальше. То есть вот так вот я отступлю и буду прошивать. Затем срезы поворачиваем. Все срезы вместе с замочком поворачиваем на сторону подкладки и делаем вот такую расстрочку на 1 мм приблизительно от сгиба. Прокладывая строчку там, где я вам говорила, что мы смещаемся на пару миллиметров, обязательно мы должны выйти вот в этом месте на одну точку. То есть как мы пришивали замок, вшивали, и строчка, пришивая подкладку, то есть вот сюда я выхожу уже не на 2 миллиметра, а строчка в строчку. И в верхней части, где заканчивается замок, тоже я выходила строчка в строчку. Теперь осталось нам с вами зашить низ. Но нам, зашивая низ, естественно, нужно как-то будет потом закончить
весь этот процесс. Поэтому, смотрите, я подпарываю частично по спиночке, ну вот так вот сантиметров 20-25, середину спинки. Вы сейчас скажете, а зачем тогда мы ее зашивали и сразу не оставили? А я сразу вам отвечу, что вот смотрите, мы с вами сделали строчку, мы с вами все разутюжили, вот этот срез, и потом нам будет очень удобно вручную все это закончить, да, весь этот процесс, и будет все абсолютно одинаково. Итак, складываем, равняя низ, и скалываем булавками. Сначала я сейчас пройду настолько, насколько это возможно, именно вот таким вот образом, да, вот складывая вот так и вот так. А потом уже то, что какой-то край у меня не будет вмещаться, ну вот что-то посередине у меня не вместится, я уже тогда его сделаю с среднего шва по спиночке. Значит, вот складываю. Фиксирую булавочками. И вот смотрите, вот здесь я уже могу прошивать низ. Теперь вторая сторона. Делаю точно так же. Ну вот лицом к лицу. Настолько, насколько это можно сделать максимально, максимально близко. Соединяем по всем срезам, фиксируем. После того, как я зашью, конечно же, вот эти все утолщения я повысекаю. Как я их высекала и ранее. Вот смотрите, пока натягивается, я натягиваю. Вот смотрите, сейчас я взяла, и вот у меня, видите, вот этот вот край останется не зафиксированным. Но я еще дальше, еще ближе могу сделать. И у меня там останется всего сантиметров, может быть, 15. Может, чуть-чуть больше, может, чуть меньше. Посмотрим. Все, теперь идем и сшиваем. И вот смотрите, какой кусочек, когда я все вывернула, вот что у меня осталось. И вот эту часть теперь мы, конечно же, с вами должны зашить через оставленное или проделанное нами отверстие. Затягиваем сюда, сшиваем вот этот вот остаточек и потом вручную зашиваем. Куртка готова.